Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимца котика Тома. Том, дружище, вставай! Итак, друзья, давайте-ка отведем его в ванную комнату. Пусть пока делает свои дела. Вот такую вот симпатичную белую шерсть Мэнку-Мэку мы одели ему в прошлой части. И вот такую классную корону с бриллиантами. Очень здорово, только он у нас почему-то весь запачкался. Поэтому, ребята, давайте-ка мы хорошенько помоем. Кроме того, посмотрите, как здорово тут сделана ванная в таком королевском стиле. И спальня в королевском стиле. И кухня, и гардероб. Ну, сейчас посмотрим. Давайте-ка мы смоем. И за это еще, да, здорово монетку получили. А теперь давайте-ка мы его покорим. Хорошо, хорошо, друзья. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Так, вот. У нас такой вот интересный имбирный мишка, пряник, кукуруза, яблоки, пельмешки, какие-то хлопья, фруктовая нарезка, арбуз, чай, какой-то еще супчик, шоколадный зайчик, кола, картошка, фри, капуста, это, наверное, у нас суши, апельсиновый сок, вот здорово мороженое. Пончик, лаваш, и еще пепороженый, инжир. Ну, давайте-ка начнем мы с вот этого лаваша. Скушаем, очень вкусно. Потом еще кусочек пиццы. Вот так здорово. И банан скушаем, вот так. Хорошо, ну, пришла очередь, друзья, к десертам. Ну, а на десерт мы скушаем. Ой, как вкусно, да? А давайте-ка, друзья, мы на десерт скушаем вот это мороженое. Ой, как вкусно, здорово, отлично, накормили очень здорово нашего Тома, еще полно всяких вкусняшек, но не будем мы его перекармливать, отлично, хорошо. Ну и теперь, друзья, давайте-ка перейдем вот сюда в гардероб. Ой, какой он у нас грустный, давайте-ка мы его немножко вот так погладим. Хороший Том, хороший, 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 умничка. Ой, какая красивая шерстка. И корона, вообще очень красивый, симпатичный котик, очень здорово. Итак, очень хорошо, ребята. Ну, а сейчас давайте-ка посмотрим, какое сегодняшнее задание. Итак, сегодня у нас задание. Заработать 3 очков в игре «Летающий Том». Всего лишь 3 очка. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем, что за игра «Летающий Том». Попробуем полетать с нашим Томом. Итак, вперед, вперед, давайте-ка попробуем. Очень непростая игра. Я когда-то ее уже играл. Вот. Ай-яй-яй. Немножко не хватило, друзья. Всего лишь 2 очка. Ну, давайте-ка еще попробуем полетать. Так, вперед, давайте-ка аккуратненько. Вот так. Вот, да, здорово получилось. Летим, летим. Ай-яй-яй-яй. Немножко. Ну, здорово. Итак, друзья, выполнили условия. Возвращаемся к нашему Тому. А теперь давайте-ка мы его переоденем. Пойдем в гардероб. Снимем вот эту замечательную корону. Вот так, да. Снимем эти интересные глазки. Мэнкунеку. И снимем вот эту шерстку. Да, а получился у нас обычный серый кот Том. Но ничего, сейчас мы из него сделаем какого-то другого симпатяшку. Отлично. Итак, друзья, пробуем. Какая же шерсть, какой же сегодня у нас и будет необычный Том. И сейчас мы что-то интересное придумаем. И сегодня наш Том будет вот таким вот голубым котом. Ну, давайте-ка еще до конца дойдем. Посмотрим, может, что-то у нас интересное еще передумаем. Так, нет, друзья, все же, давайте-ка мы сделаем вот таким вот его интересным голубым котом. Итак, это кот-пришелец у нас будет. Очень здорово. Голубая шерсть пришельца. А по-моему, у нас голубой шерсти пришельца есть глаза пришельца. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим. Да, вот, зеленые глаза пришельца. Отлично. И кроме того, давайте-ка, друзья, возможно, что-то из одежды подберем нашему Тому. Так, костюм с дроидом очень классно, но немножко прячет шерсть. Вот, а посмотрите, как здорово пижама идет к нашему пришельцу. Он голубой, пижама голубая, очень-очень даже симпатично получается.
Так, вот такой интересный том. Костюм Хэнка нет, нет, пижама тоже. Здорово, очень марсианская униформа ему идет. И рэпер довольно-таки неплохой. А посмотрите, как забавно романтический костюм выглядит. Очень-очень даже замечательно. Так, ну, дальше варианты, что-то мне не очень нравится. И очень здорово вот такой вот костюм робота идет. Так, очень хорошие варианты. Очень забавный костюм плохого парня. Так, так, посмотрим, чтобы нам еще интересного такого подобрать. Очень здорово, ребята. Ну, давайте-ка попробуем пока без костюма, посмотреть, что из этого получится. Ну, что сказать, необычно, необычно. Так, давайте-ка еще мы посмотрим в гардероб. Возможно, мы ему какую-то, то ли прическу, то ли какую-то шапочку подберем, что-то оригинальную. Вот смотрите, какой интересный голубой ирокез. А ну-ка, подскажи-ка, Том, лучше. Ну что, забавно, забавно вообще-то. Так, а давайте-ка пока его оденем, а потом посмотрим. Итак, идем дальше. Посмотрим, что есть. Ага, вот еще смотрите, какой голубой парик интересный. Неплохой был как бы вариант. Да и вот такая вот шапочка, посмотрите, как забавно, сине-оранжевая шапка. Так, что у нас еще? Ага, кстати, вот смотрите, здорово, НЛО можно выбрать, и то есть над ним такая летающая тарелка летает. Ну, это интересно, конечно. Или вот такой шлем робота. Так, так. А как, посмотрите, как здорово выглядит голубой осьминог. Шапочка. А давайте-ка мы купим. Хорошо, здорово. Продолжаем, 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 друзья. Чтобы такого необычного придумать. А посмотрите, как забавно фуражка полицейского смотрится и шлем ветерана. Очень интересно. А как забавно голубая фетровая шляпа выглядит. Очень интересно. Итак, друзья, продолжаем, продолжаем. Бабочки, шлем дракона, скафандр, шлем исследователя. Ага, и фуражка пилота. Ну что скажу, а ну-ка давайте-ка, друзья, посмотрим, как вот здорово выглядит вот этот осьминог. Ну что вам сказать, забавно, очень забавно. Так, возвращаемся в гардероб, давайте-ка еще очки посмотрим или маски. Так, ну что вам сказать, пока, в принципе, ничего из этого мне не понравилось, разве вот этот синий визор. К нашему голубому котику, по-моему, это ничего не идет. И вот этот осьминог меня тоже немножко смущает. Давайте-ка, друзья, попробуем взять вот этот голубой ирокез. Вот. Замечательно. А одежду мы не будем брать. Одежду мы не будем брать. Вот такой вот забавный котик у нас получится. И сейчас давайте-ка мы еще для нашего котика внесем изменения вот здесь в... Не в гардероб, а в гостиную. Вот. Сделаем все в космическом стиле, только пусть это будет голубое. Вот так. Скафандр пусть будет голубым. Кресло возьмем голубое. Вот так. Стены какими-то светлыми, не слишком яркими. То ли вот такими голубыми, то ли... Ну, пока давайте-ка вот такие голубые. Хорошо. Коврик еще. Вот так. Здорово. И еще плитку. Что-то мы придумаем сейчас. Вот так. А ну-ка, ну-ка, как это все выглядит. Ну что я скажу. Здорово, ребята. Еще разве только хочется мне попробовать и в гостиной. Вот здесь давайте-ка мы вот эту обои сделаем более светлыми, чтобы наш котик лучше выделялся. Пускай это все выглядит вот так интересно. Вот, современные обои. Либо же мне обои с сердечками возможно купить. Нет, давайте пусть будут вот такие вот интересные обои. Вот, современные обои, да.
Ой, как ему понравилось. Здорово, ребята. Смотрите, отлично, отлично. И давайте-ка мы еще в кухню тут несем изменения. Итак, кухня. Давайте-ка мы вот этот холодильник сделаем более таким, не слишком ярким. Вот так, здорово. И давайте-ка вот галактическая криокамера, пусть это все дело будет. Очень хорошо. Так, еще мы обои поменяем. Вот так, хорошо. Отлично. Кроме того, еще окошко. Давайте-ка пусть будет галактический шлюз. Вот так. И столик сделаем какой-то голубым. Так, так, или светлым. Сейчас что-то найдем интересное. Так, чтобы нам найти что-то, ничего такого. Вот. Вот, 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 вот. Итак. Ой, здорово. Посмотрите, как забавно это все происходит. Как забавно выглядит. Очень-очень симпатичный котик получился. Хорошо, друзья. Итак, продолжаем. Продолжаем видео. Давайте-ка мы сейчас нашего котика здесь в ванной комнате тоже внесем изменения. Пусть унитаз у королевской уборной мы поменяем на вот такой вот симпатичный унитазик. Вот. Да, 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 друзья. Хорошо. Здорово получается. И еще вот так, да. И еще коврик здесь мы поменяем. Хорошо, плитка. Нужны изменения. Так, здорово, здорово, здорово. Отлично. И еще обои сделаем какие-то светлые. Хорошо. Вот что-то как бы похоже на вот это. Ой, смотрите, друзья, как забавно. Как забавно, очень здорово все получилось. Итак, все здорово, ребята. И еще давайте-ка мы в спальне здесь внесем изменения. Так, ну что, Том, давай-ка мы твою спальню поменяем. Пусть кроватка у нас будет интересная, не королевские ложи, а вот такая вот галактическая капсула. Вот, смотрите, как здорово, очень красиво. И еще светильничек мы тоже поменяем, чтобы оно было красиво. Вот так. Здорово, здорово. Так, еще пластинка нам нужна. Отлично. И обои. Вот такие вот. Чудесно. Так, еще нам нужно светлое белье какое-то придумать. Вот так. Да, 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 здорово. Посмотрите, друзья, как забавно, интересно все получилось. Очень здорово, очень хорошо. Ну, а теперь давайте-ка мы отправимся с нашим Томом в путешествие. И сегодня попробуем побить рекорд в игре в дорогу. Итак, друзья, вперед. Поехали. Классическая игра. Том едет с Анжелочкой, собирает звездочки, монетки. И мы вместе с ним будем пробовать вот так это все дело. Хорошо, уклоняемся. Отлично, собираем монетки. Вот так, здорово. Хорошо. Собираем звездочки, монетки. Не забываем, стараемся не пропускать. Но всякое случается. Отлично. И еще две монетки. Две звездочки. Отлично. Вот. Ну, тут уже будем брать, друзья, замедление, потому что движение очень сильно усилилось. Уклоняемся от бревен. Вот так. Ящика. Ох, сколько препятствий у нашего бедняжки Тома с Анжелой. Так, движемся дальше. Здорово. Уклоняемся, уклоняемся. Вот так. Отлично. И мы взяли замедление. Здорово, хорошо. Итак, вперед, 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 друзья. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Да-да-да, все получилось. Хорошо, друзья, отлично. Отлично, движемся. Чудесно, чудесно. Уклоняемся. И еще вот так. Да, здорово, хорошо, ребята. Отлично. И еще вот так, да. Здорово, супер, отлично, хорошо. И еще вот так. Да-да-да-да, вот, чудесно. Отлично. Ой-ой-ой, сколько бочек. Ничего себе. Уклоняемся. Вот так. Фу. Хорошо. Получилось у нас взять замедление. Мы сейчас видим, туннель немножко полегче будет. Да, здорово. Получилось, друзья. Въехали в туннель. Ой-ой-ой-ой.
Сколько ящиков, ничего себе. Ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, брёвна, ай-яй-яй. Фух, еле успели уклониться, еще вот, ай, что-то не получилось, друзья, что-то не получилось, и к сожалению. Хороший результат, 30 монеток, но рекорд, к сожалению, не побит. Ну а сейчас давайте-ка полетим с нашим Томом самолетом и попробуем посмотреть, куда же сегодня судьба забросит его. Итак, вперед, полетели! И куда же мы сегодня попадем? А сегодня мы попали в США. Здорово, здорово, какой же там будет Том? Ага, вот такой Том в пижаме и с пакетом на голове. Честно говоря, я ожидал больше, но ничего. Так, вот, вы смотрите, какая, как здорово, Северная Америка. Уже тут у нас есть Мексика. Отлично. Панама. Сальвадор. Сан-Винсент и Гренадины. И останется Сан-Луиса, Никарагуа и Тринидад и Тобаго. Хорошо, друзья. Очень-очень здорово сыграли. Итак, на этом мы будем прощаться. Наш Том уже немножко устал. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите предложения. Всем пока!